То есть он соврал про секс до меня? Я научился сдерживаться после пары сотен девушек. И вот это уже не первый класс этого шага. Значит, у него есть другие женщины. 100%. В этом ведь схема. Не привязываться. Врага надо знать в лицо. А он враг? Конечно, враг. Если хочешь с ним семью и детей, тогда да. Но если хочешь эмоций, тогда идеальный тренажер. Я хочу понять, кто он на самом деле и что он чувствует ко мне, если что-то чувствует. Скорее всего, он уже сам не знает. Эмоции, любовь — это ныне технологии. Мы разучились чувствовать. Соцсети, публичность, огромный выбор убивают нас умение быть искренними, доверять.